Тем временем представители иранской и американской делегации провели в Женеве двустороннюю встречу. В переговорах принимали участие замглавы МИД Исламской Республики Аббас Аракчи и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Уэнди Шерман. Детали беседы не приводятся. Встреча состоялась в рамках очередного раунда переговоров между Ираном и шестеркой международных посредников. Сообщается, что иранский дипломат провел беседы также с главами британской, французской и немецкой делегаций. Прошла в Женеве и двусторонняя встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа с главой внешней политики ЕС Кэтрин Эштон. В ходе нынешнего этапа переговоров Тегеран надеется выйти на соглашение с шестеркой посредников. Запад заявляет о готовности смягчить санкции в отношении Исламской Республики в обмен на уступки в его ядерной программе.